Еще недавно маршировали на параде памяти, а сегодня уже помогают местным жителям. Юнормейцы 155-й школы сажают деревья около дома номер 146А по улице Авроры. Здесь недавно разбили детскую площадку. Теперь нужно благоустроить территорию. Это стало возможным благодаря усилиям местного территориального совета, который подал заявку в районную администрацию. Его председатель Юлия Кузёная говорит, ТОС всегда старается помочь местным жителям. Конечно, это не только вопросы благоустройства территории, это и жилищно-коммунальные хозяйства, и социальные вопросы, которые мы помогаем также решать, и жители с радостью обращаются к нам. Благодаря инициативе ТОСа здесь появилось 17 новых тополей, ив, каштанов, яблонь. Местные жители рады, зелень в будущем закроет дома от дороги. И говорят, совет помогает им решать самые разные вопросы. ТОС очень хорошо нам помогает в нашей работе. Ну, во-первых, связь между администрацией города, района и жильцами. И ну, помогает во всем, чем может. Конечно, чувствуем. Постоянно у нас проходят праздники, и Новый год, и Масленица. Собираем всех детей, всем двором, веселимся. Благоустройство квартала на этом не заканчивается. В следующем году здесь планируют продолжить озеленение. Андрей Горгуленко, Семен Безгинов, Максим Гусев. События.